Здравствуйте, друзья! Все мы знаем о целительных свойствах таких природных антибиотиков, как лук, чеснок, перец, имбирь. Они помогают нам в борьбе с простудными заболеваниями и инфекционными. Но какие моменты зачастую упускаются? Первый и самый главный момент – это то, что в первую очередь это антибиотик. И этот антибиотик наносит урон не только болезнетворным бактериям, но и также нашим собственным клеткам и симбиотной микрофлоре. При регулярном употреблении этих чудодейственных препаратов гомеопатического характера мы портим свою собственную микрофлору, мы наносим урон нашему ЖКТ. И со временем наступает такой момент, как резистентность, то есть организм уже перестает воспринимать эти природные антибиотики как какие-то лекарственные препараты. И в таком случае, когда действительно наступают заболевания, они просто вам не помогут. Поэтому нужно знать, что эти продукты нужно употреблять, как и любое другое лекарство, по назначению, когда действительно началась какая-то простуда или любое другое заболевание. А если их применять просто как вкусовая добавка, улучшающая аппетит, то в конце концов они вам в нужный момент просто не помогут. Поэтому запомните эту информацию, применяйте эти препараты по назначению, будьте здоровы, живите богато и до новых встреч!